Всем привет, с вами Артём, и мы продолжаем играть в Uncharted 2, и мы прибыли в Шамбалу, и тут творится полный пипец вообще. Тут полный пипейшин. Я не знаю, что делать, у меня нет оружия, надо бежать. Здесь только бег, только хардкор, только паркур. Просто убегаем нафиг. Глава называется «Разрушенный рай», что интересно. Да я понял, что вперед. Нет. Это было очень забавно. Хорошее начало у серии, окей. Это было забавно. Блин, со всех сторон стреляют. Нет бы в друг друга стрелять. Они в меня аж стреляют. Просто бежим нафиг. Просто нафиг. Да твою мать. На языке на каком-то бусурманском шпрехнул, ты посмотри, а. Чё он в тот раз-то не допрыгнул, мне интересно. Осторожно! Пристрелите! Сейчас они всю Шамбалу разнесут нафиг. Ёлки, твою мать! Ну, пошла веселуха! Вот это вообще сейчас было офигеть. Вот это да. Обалдеть. Так, надо немедленно выбираться отсюда. Ты только сейчас-то поняла? Я потом ночами не спала. Ладно, идем. Так, куда, каким образом? Некогда зевать. Вот сюда. Идем, идем. Смотри, сейчас он что-нибудь сломает. Сейчас доболтаетесь, женщины. Э? А, скриптовый ролик запустился. Кто-то добрался сюда раньше нас. Ну, будем надеяться, нам повезет больше. Да. Похоже, эти трупы лежат тут лет 70. Эй, им это мало помогло, но возьми. Спасибо. Угу. Нацисты, похоже, были. Судя так, по пистолету. Лазаревич и компания наверняка отправились в город, так что если доберемся до выхода, сможем спокойно уйти. Хотя откуда здесь нет, автомат Калашникова? Мы должны найти Чинтамани. Что? Надо остановить Лазаревича. И как вы собираетесь это сделать? Ты предлагаешь сдаться, что ли? Не уничтожить его. Эй, подожди. Только не говори, что веришь в эту сверхъестественную чушь. Я уже не знаю, чему верить. Ладно, если ты не понял, этот человек клинический идиот. Думает, что исполняет пророчество, и что камень сделает его неуязвимым, бессмертным. Так и будет. Мы стоим посреди Шамбалы, и ты говоришь о невозможном? Ты видела, сколько пуль всадили в тех тварей. Это очень странное место. Тем более надо убираться отсюда, пока можем. Я просто пытаюсь все исправить. И, возможно, спасти мир. О, боже. Слушай, милая. Миру наплевать. Если ты высунешься, тебе откусят голову. Ты же ненавидишь Лазаревича. Да, я хочу наказать его не меньше, чем ты. Но ничего из этого не выйдет. Вот, вот чем это закончится. Нет, не в этот раз. Ну ладно. Ты с нами? Вы идиоты. Да надоело ты уже припираться, не нравится, вали отсюда. Ладно, пошли спасать ваш чертов мир. Вот. Вот это уже другой разговор. Я предлагаю здесь внимательно все обследовать на наличие огромного количества патронов. Твою мать. Сейчас от часу не легче. Опять эти уроды. Назад, не подпускайте их. Тихо. Блин, у них черная кровь, я не понимаю почему. Да и, честно говоря, мне плевать. Нет, вот реально, я не могу их... Ты где?
Просто почему я их не могу завалить? Лазаревич их там с одного выстрела из двустволки завалил. Неужели это сила двустволки? Ёкарный бабай, так. Ой, ну наконец-то! Слушай, наверное, ваш арбалетик-то будет... Обалдеть, он ваншотит. Отличный арбалет. Что это? Твою мать, приехали. Где этот урюк? Почему им пофиг на пули, но их убивает арбалет? Серьезное оружие. Это уж точно. Так, ладно. Куда мы теперь пойдем с вами? В какую сторону двинемся? Где здесь можно залезть? Я не уверен, что здесь... Ладно, пока давайте с арбалетом походим. Не, я здесь не дотянусь. Так, где может быть проход? Мы пришли вон оттуда, где водопад. Где может быть подъем? Здесь все завалено, не пройдем никак. Так. Ну тогда... Есть. Ага. А вот и путь, который нам нужен. Так. Вон туда спрыгнем. Я прям чувствую, как здесь пахнет свежестью. Потому что давай, такое место... Тут надо перепрыгнуть. Давайте, дамочки. Не пыхтите. Просто перебирайтесь. Вот так вот. Там все нормально. Ну, кроме того, что они пыхтят, как я не знаю кто, все в порядке. Ну, а мы продолжаем. Так, я не буду брать автомат, хотя его мне почему-то предлагают. Это сок, вроде той смолы. Он хорошо горит. Отойдите. Так. Я попробую... В укрытие! Че, реально, что ли, плохая идея была? Подожди, что делать-то? В смысле, автоматом пострелять? То есть... Боже мой, что это? То есть, главное, граната не сработала, а если я выстрелил, то все окей. Странная логика у игры, очень странная. Ну да пес с ним. Что ж ты делаешь-то, урюк? Зачем? Опа. Сокровище. Замечательно. Все, пошли дальше. Короче, мне кажется, нужно уже выкинуть нахрен арбалет и ходить только с автоматом. Здесь по-другому мы не пройдем. Вообще, что я делаю? Ну, я молодец, конечно. Давайте берем обратно арбалет. У меня же пистолет имеется, я что-то совсем... Я, может, чего-то не понял, но... Тут обрыв, я... Там выступы есть? А, слушайте. Я вижу кирпичики, по которым можно пройти здесь. Отлично. Вот так. Сейчас наверх и на эту перекладину, как в старом добром принце Персии. Я молодец. Кто молодец? Артём молодец. Вот я сейчас что сделал-то? Сейчас. Мы должны как-то пробраться. Через пистолет. Боже мой, что это?
Сок хорошо горит, так же, как та смола. В следующий раз предупреждать надо. Подожди, стоп! Эти лианы шевелятся. Я... Вот это вообще прямо не знаю. Это сейчас моя фобия начинается. Вот давайте без вот этого вот. Тур-ту-ту-ту-тум. Тур-ту-тум. Мне не нравится, что эти лианы шевелятся. Это как-то неприятно, знаете ли. Так. Надо попасть в смолу. Да, ты посмотри, что происходит, а? Охренеть. Я надеюсь, здесь не будет никакого огромного страшного цветочка, который меня попытается сожрать. Потому что, как ни крути, это, мать его, джунгли. Стоп. Ну я молодец. Ня. Так. Камера, развернись удобным способом. Оттуда надо было выстрелить, я что-то не подумал. Другой разговор. Пошли. Отлично. Пока с пистолетом походим. Какая-то хренотень растет на стенах. Выглядит очень знакомо. Конечно. Вот где лежит камень Чинтамани. Понятно. Как тут красиво. А ведь когда-то здесь было очень красиво. Здесь, а? Оглушил, молясь. Так. Жутковато, соглашусь. Есть тут нечто неприятное. Не знаю, на кой черт я это делаю, но, возможно, это в будущем нам как-нибудь поможет. Блин, тут явно это для перестрелок сделано все. Очень перестрелочное место. Ага. У нас гости. Опять? Может, не заметили? Назад. Черт, да тут повсюду солдаты. Как они уже меня задолбали. Я пошел напрямую. Там я нифига не сделаю, там не получится пройти. Так. И чё дальше делать? Умри давай, скотина. Ловите гранату. Блин, где он? Прям под ноги ему кинул. Вот тебе! Что ж он живучий-то какой? Ты дурак, что ли?
Так, где тот парень с базукой там стоит? И снайпер где-то есть. Ю, просто... так, пошли отсюда. А, как бы тебя грохнуть? Веселят меня вот эти солдаты, которые не подыхают от гранаты. Господи, взорвись уже нахрен. Нет, ты реально не хочешь умирать, да? Да что за бронированный засранец? Так, я ему шлем снес. Без головы он теперь. Отлично. О, ништяк, у меня новый трофей. Я чуть не умер. Вот другой разговор совсем пошел. А вот сейчас я думаю, даже, наверное, что стоит взять арбалет. Благо, арбалеты у них весьма здесь мощные. Так, не могу носить с собой больше 6 болтов. Да, ну и фиг с ним, вполне устраивает. Короче, я так понимаю, бой предполагался снизу, а я... все сверху сделал. Так, слушайте, что-то пасмурно стало. Так, ладно, куда пойдем? А? Будете помогать? Ну не получится же, да? Не хватает противовеса. Ты вроде как раз нужного размера. Смешно. Как будем делать? Слушайте, может и правда? Стоит попробовать Нейта использовать. Что, не хочешь в Плеяне залезть? Нет? Жаль. Так, как будем тогда действовать? Давайте думать, давайте думать, давайте думать. Не просто так здесь есть сюда проход наверх. Наверняка где-то можно пробраться. Вопрос только как и куда. Вообще, просто я тоже подумал про Нейтана, что им можно было бы прыгнуть туда. Там реально есть выступы, смотрите-ка, чё. Стоп, там реально есть выступы. Так. Что если попробовать... не успею я так запрыгнуть. Хреновая идея. Так, как туда попасть можно? С какой такой стороны? Если вообще, конечно, можно попасть. Либо нужно найти какой-то противовес сейчас. Какой-нибудь тяжелый камень, например. Какой-нибудь Рамштайн. Ну, Рамштайн, правда, это таранный камень, но все же. Так. Что бы такое использовать... Доберитесь до механизма и используйте его. Так я уже как бы добрался. Вопрос только в том, как его использовать, потому что противовеса-то нет. Может он... А, стоп. Ну не, он упал. Мне бы еще подсказку бы, потому что без нее сейчас тяжко. Не запрыгнет сюда, правильно? Есть. Чё есть-то? Никого нету. Как туда залезть? Выступы определенно говорят о том, что туда можно забраться. Вопрос только, откуда? Доберитесь до механизма и исследуйте. Господи.
Я кирпичи не увидел, как всегда. Пытался понять, как забраться. Здесь были обыкновенные кирпичики. Окей, полезли наверх. Все. Перебираемся. Ладно, сейчас. Ладно, поехали. Давай! Успел. Ну, практически впритык. Да. Практически впритык успел. Упс. Солдафоны. Между прочим, тихое оружие такое. Нас засекли, кажется. Быстро разобрались. Опа. Начинается Америка, Европа. Отлично. Завален. Да, у меня во время склейки мне прилетела граната. Бывает такое, бывает, случается. Отлично. Так. Осторожно. Возможно, склейка была лишняя, потому что я просто... Я просто не помню. Я просто не помнил, сделал я ее до этого или не сделал. Ну и по кирпичикам, я думаю, доберемся дальше. Елена! Что? Что, реально? Ее могут убить? Вот это прикол. Ладно, друзья. Коли уж мы узнали такую удивительную вещь, давайте тогда закончим на этом серию. Если вам понравилось, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Twitch канал. На этом все, с вами был Артем, всем всего хорошего, пока!